Лучшие танцевальные коллективы со всего ПФО приехали в Самару, чтобы показать свое танцевальное мастерство и побороться за главные трофеи. Это кубки, признание жюри и шквал аплодисментов. Вальс, ча-ча-ча, самбо, программ выступлений как на чемпионатах или первенствах, но на фестивале «Весенний вальс» танцоры не соревнуются, а выступают в свое удовольствие. Серые шинели, русские таланты, синее сияние, неподкупный глаз. Елена и Юрий Портновы приехали из Кинеля. Она логопед, он сотрудник полиции. Их семейный дуэт «Дыхание мое» зародился 4 года назад. Тему для танца выбирали вместе. Танец очень патриотичный. Хочется как бы поделиться вот этой радостью победы, потому что у нас грядет праздник 9 мая. Поэтому просто вот хочется, чтобы люди помнили. Волнительно и определенная гордость, то, что мы действительно сегодня на сцене можем отдать дань памяти, уважения тем вот героям, которые добыли для нас эту победу. Пока одни танцуют, другие репетируют. Ансамбль из Орска стал рекордсменом по количеству подготовленных танцев. Мы на самом деле подготовили целую программу, не танец. Мы привезли аж 11 номеров. Постарались каждым номером удивить, каждым номером сделать изюминкой. 7-й фестиваль собрал 20 коллективов. Профессиональному жюри пришлось нелегко. Каждый номер был уникален. Мы выбирали участников вот этого гала-концерта, поэтому мы отобрали 26 номеров. Получили истинное удовольствие, ну, потому что здесь и маленькие дети, здесь и дети среднего возраста, у которых уже высокое мастерство. Здесь вообще ветераны, это вообще великого стоит. Коллективы представили свое творчество в 5 номинациях. Это классические, современные танцы, стилизация народных, европейские и латиноамериканские. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости Губернии.